все совсем... Пригнись! Раз! Два! Цел! Считай! Считай! Понимаю, понимаю. Половина подбита, половину пехоте раздал. И командир смерть. Немцы вышли к Нефёду. Прибыл. Да. Докладываю. По пути. Автокухня. Доложи потери. Не слышу, седьмой. Танкист, родной. Да я ж тебя. Полюбите жаловать. Здравия желаю, товарищ. К черту. Вы задачу поставьте, товарищ командир. И госпиталь. Сколько немцев, товарищ лейтенант? По данным разведки. Одним танком, без поддержки? С поддержкой. Ты сам застрелился. Добрый циц. Так, товарищ командир, фронт уже не бачив? Что он... Фронта, может, я и не бачив? Як ты мне... Почему на вот... А должен быть минимум два? Поленились? По всей видимости, я не услышал. Это хорошо. А масло почему подтекает? Упреждаю, нытье буду расценивать как проявление трусости. Враг у стен Москвы. Экипаж слаженно свое дело знает. Смирно! Слушай мою команду. Товарищ командир, гармошку можно оставить? Играешь хорошо. Солнце. Отвлеку их. Дорога другой. Командуйте. Привет, тетя Маня. Целую. Sieht doch ganz friedlich aus. Когда ты ее сбреешь? Уже сам выглядишь как Иван. Эти часы, что мы будем первыми на Красной площади. Сначала ну 25 метров. Вперед! Марш! Марш! Четыре, пять. А красиво. К бою! Есть. Есть, товарищ командир. Кадзаренко. Ну, як не заведусь. Заведешься, никуда не денешься. Почуял нечто. Ну шо? Пушка в амбаре на 11 часов. Клюнули. Давай, 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 уходи. Смехвод. Ну лови, утенок. Вражеский танк в стоге на один час. 14-15. Василенок, заводи! Есть! Да мать вашу! Вольф, какого черта ты...
ты? Я... Танк, стоп! Гамзаренко, бронебойный! Нет. Сохраняй спокойствие, Вольф. Смехвод! Я! Имя, отчество! Слава народу! Ну, хорошо. Жги, Степан Савельевич! Вперед! Над вишнями! Ходуть! Ловятари! Спевають! Іду! Я ранен. Вольф, возьми себя в руки. Ты что, хочешь тут сдохнуть? Готовится к стрельбе, солдат. Аматори, вы черед ждите. Черт! Заряжай! Сейчас!
нет, Ханя. Добро пожаловать на курорт. Alle, die hier hereinkommt, merkt euch. Запомни каждый вошедший. Здесь нет твоих... Дерц. Немец ваш господин. Не мешать! Hey, Vogelscheuche, guck mich an, bist du Russe? Так называемый русский танкист. Name und Dienstgrad wurden nicht festgestellt. Name und Dienstgrad. Я сказал имя и звание. Du glaubst wohl, du bist... Смотрите, чтобы не сдох. Он заговорил. Они здесь. Господа, господин Рейхсфюрер, это своевременная идея. Рейхсфюрер, новое поколение сверхтанкистов, способных остановить Красную Армию. Я солдат. Мне не важны эмоции. Я назначаю штандартенфюрера Ягера, фюрер. Хайль Гитлер. Нет командиров. Разрешите пояснить? Тот, кто прячется, хочет жить. Мне нужен командир, который хочет жить. Этот Иван ищет смерти. Он в плену с 41-го года. Гауптштурмфюрер, речь идет о секретной миссии. Erinnerst du dich an den 27. November 41? Помнишь? Разбил. Я habe deinen Zeppelin. Gut siehst du aus. Nicht verwendbar. Непригоден к использованию. Ich gebe dir eine Chance. Я даю тебе еще шанс. Erscheinst du auf dem Truppenübungsplatz und zeigst meinen Rekruten alles, was du kannst. У тебя не будет снарядов. Nur dein Können. Если погибнешь, то как солдат на поле боя. Дать мне новый экипаж. Я уже погубил один. Ihr habt euch tapfer geschlagen. Wir haben unsere Antwort. Да пошел ты. Eins, drei. Fünf. Das müssen Sie nicht übersetzen. Это мой. Name. Имя. Und Dienstgrad. И звание. Steh auf! Вставай. Износ допустимый. Восемнадцать тысяч триста восемьдесят два заключенных. Лагерь построен. Ein, zwei. Zwei, drei, null, eins. Sieben, null, vier, vier. Zwei, ein. 3, 2, 1, 2!
Эти подойдут. Ма, честно, это... Только с фронта. 85-й калибр. Ивочкин! Deine Aufgabe wird es sein, diesen Panzer wieder in Stand zu setzen. Bauart. Wir haben ihn vor 3 Tagen an der Ostfront erbeutet. Man sagt... Mit den Leichen an. Hol sie da raus. Mach den Turm sauber. С этого момента я ваш командир. В чем состоит наша боевая задача? Ну, слушай, друг, а я ведь, может, тоже командир. И поболее этого. По нам будут бить боевыми. Вопросы есть? Если есть, не согласен. Я согласен. Ну, а ты чего скажешь? Что мы на войне. Памятую. Внутри танка. Bitte erlauben Sie die Leichen, sollte beerdigen, wie er sie gehört. Есть погромыхать. Тебе сказали громыхать. Громыхай. Паси это людей не меря, пусти ниже. Так, экипаж, вот объем. А если я в третьем куплете слова путаю? Дадк. Пошли фару крепить. А ты нагадайся. У нас новый Т-34. 6 часов хода по авто. Ты подумай, Степан. Лучший мехвод Красной Армии. Родные, это ж когда было. Нам зараз биться, это як... Там. С вами. С тобой, командир. С тобой. Пули, девчина. А, коллеги, wie geht es mit dem Panzer voran? Как продвигаются дела? Еще пара-тройка дней. Ивушкин, это нормально то, что я... Амсветтер. Ich heiße Klaus. Wie Николай. Николай. Николаус. Николаус. Клаус. Клаус. Hör zu, Николай. Слушай меня, Николай. Du beziehst mit deinem... Ты встанешь. Ты внимательно меня слушаешь. Meine Frier aus der Deckung. Geh auf Wirkungsdistanz. Тогда под Москвой ты под стогом прятался? Ach was, ich hatte eine Stunde vor seinen Aufgangstellung bezogen. Artillerie. Ну ты же не заметил.
Тем более. Твое здоровье. Долгой и счастливой жизни. Meine Anerkennung. Вступить к годовым испытаниям. Так и вперед! Вот эта машина! Добро, коняка! Есть балет, товарищ командир! Лебединое озеро! Держите! Он дает, белорус! Чилике. О, привет, красивая, заходи, я тебе танк покажу. Ты все, Коля, не глухая, не слепая. Ты будешь первой под подозрением. Нет. Делай ключ. Курсанты, мы наследниками германского духа. Помните, Рейх будет править миром. Вокруг полигона мины. 6 снарядов и топливо на 30 километров. Нас, которого мы ждали долгие годы, в ее же логове. Клянусь. Извиняйте, мужички. Спите с Богом. 4 бронебойных, 2 осколочных. Позицию русских. Русские выдвинулись исходные. Молодцы. Русские в засаде. Хорошо. Куда прешь? Имперского комиссара Тюринги и обергруппенфюрера Заукеля? Пункт 8 без дуи. Смотрите в оба. Крайний слева! Есть крайний слева! На, сука! Ай, молодец, волчок! Мехмон, вперед! Быстрее, быстрее! Орудие к бою. Направление холм. Соединение установлено. Говорит штандартенфюрер. Отступать. Танк 2. Орудие на 10. Танк 3. Орудие на 11. Подопосколочный! Есть!
танк на 10 часов. На память, суки! Живее, ух! Приготовиться к бою. Это что? Немецкий автопром! Пулемет! Воротам Савельевич! Расшибай! Ура! Хватит снимать! Удачи, дамы. Видись там! Здорово! Развернуть чек. А ручка скоро скончится, командир! Сивка наша жрет... А поймал Никодима. Ты ели? Я вот ел. Ничего так, питательно. Вот я нож, счастье. Там спрячемся. Только что... Как я и предполагал, теперь начнем сужать сеть на второстепенных дорогах. Что дальше, по-вашему? Слушаюсь. И экстрасенсов. Я еду в Берлин. Знаю, не здесь. Герштандартенфюрер, топливо должны вернуться немедленно. Мы летим дальше. Thank you.
перевала добраться. Там заночуем. Есть! Ниже. Волчок, осмотреть окрестности. Это я сразу же. Товарищ командир, разрешите обратить. Только не орать. Русские в квадрате Клингенталь, Цвикау, Хемниц, Аннаберг. Отправляйте туда. Это штандартенфюрер Ягер. Я их нашел. Ой, кров разлилась до Дунаю. Да своего сына за война, шо... План фрицев мы сорвали. Приказываю. Мне танк бросать жалко. Вы давали присягу бить врага до последней капли крови. Я Кварла. Тебе у цирки выступать. А ты... Могут еще по 50. Через 5 минут отбой, в 4 подъем. Экипаж, подъем! Будем прорываться в темноте. Послушай, нас загнали в угол, но мы будем прорываться. Дальше один город, Клингенталь. Тебе нужно... Уходи, иди только по ночам. Строго на восток. Она любимая. Спасибо. Держи, сестричка. Берись, любимая. Ждуть. Степан. Я.
цели! Огонь! Гори, слегка! Опасные позиции. Будьте бдительны. Осмотрюсь. Скорости 20 километров в час танк проходит. Пятич, внимание. Так точно. Что далее, командир? План такой. Сейчас темно. У командиров люки открыты, есть шанс. Как услышишь взрыв? А коли не будет выхода? Приготовиться к стрельбе. Подождите, понимаю. Половина подбита, половину пехоте раздал. И командир смерть. Немцы вышли к Нефёду. В
прибыл? Да. Докладываю. По пути автокухни. Доложи потери. Не слышу, седьмой. Танкист, родной. Да я ж тебя. Полюбите жаловать. Здравия желаю, товарищ. К черту. Вы задачу поставьте, товарищ командир. И госпиталь. Сколько немцев, товарищ лейтенант? По данным разведки. Одним танком, без поддержки? С поддержкой. Ты сам застрелился. Добрый циц. Так, товарищ командир, фронта ж не бачив? Що він... Фронта, может, я и не бачив. Як-то мне как... Почему на вот... А должен быть минимум два? Поленились? По всей видимости, не услышал. Хорошо. А масло почему подтекает? Упреждаю, нытье буду расценивать как проявление трусости. Враг у стен Москвы. Экипаж слаженно свое дело знает. Смирно! Слушай мою команду. Товарищ командир, гармошку можно оставить? Играешь хорошо. Солнце, отвлеку их. Дорога дугой. Командуйте. Привет, тетя Маня. Целую. Sieht doch ganz friedlich aus. Когда ты ее сбреешь? Уже сам выглядишь как Иван. Эти часы, что мы будем первыми на Красной площади. Сначала на 25 метров. Вперед! Марш! Марш! Четыре, пять. А красиво. К бою! Есть. Есть, товарищ командир. Кадзаренков. Ну, як не заведусь. Заведешься, никуда не денешься. Почуял нечто. Ну шо? Пушка в амбаре на 11 часов. Клюнули. Давай, 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 уходи. Смехвод. Ну лови, утенок. Вражеский танк в стоге на один час. 14:15. Василенок, заводи! Есть! Мать вашу! Вольф, какого черта ты... Ну вы даете! Я... Пламенный привет от...
остановка! Танк, стоп! Гамзаренко, бронебойный! Нет. Спокойствие, Вольф. Смехвод! Я! Имя, отчество! Слава народу! Ну, хорошо. Жги, Степан Савельич! Вперед! Над вишнями ходуть! Я ранен. Вольф, возьми себя в руки. Ты что, хочешь тут сдохнуть? Готовится к стрельбе, солдат. Черед ждите. Шесть. Черт. Давай. Заряжай. Добро пожаловать на курорт! Alle, die hier hereinkommt, merkt euch! Запомни каждый вошедший! Здесь нет твоих... Немец ваш господин! Немец ваш!
Hey, Vogelscheuche, guck mich an, bist du Russe? Так называемый русский танкист. Name und Dienstgrad wurden nicht festgestellt. Name und Dienstgrad. Я сказал имя и звание. Du glaubst wohl, du bist... Смотрите, чтобы не сдох. Он заговорил. Они здесь. Господа, господин Рейхсфюрер, это своевременная идея. Рейхсфюрер, новое поколение сверхтанкистов, способных остановить Красную Армию. Я солдат. Мне не важны эмоции. Я назначаю штандартенфюрера Ягера, фюрер. Хайль Хитлер. Нет командиров. Разрешите пояснить? Тот, кто прячется, хочет жить. Мне нужен командир, который хочет жить. Этот Иван ищет смерти. Он в плену с 41-го года. Гауптштурмфюрер, речь идет о секретной миссии. Erinnerst du dich an den 27. November 41? Помнишь? Разбил. Я бы дан интерплекс. Год здесь до вас. Nicht verwendbar. Непригоден к использованию. Ich gebe dir eine Chance. Я даю тебе еще шанс. Erscheinst du auf dem Truppenübungsplatz und zeigst meinen Rekruten alles, was du kannst. У тебя не будет снарядов. Nur dein Können. Если погибнешь, то как солдат на поле боя. Дать мне новый экипаж. Я уже губы белый один. Ihr habt euch tapfer geschlagen. Wir haben unser Land für... Да пошел ты. Eins, drei. Fünf. Das müssen Sie nicht übersetzen. Name. Ime. Und Dienstgrad. Izvanie. Steh auf! Вставай. Износ допустимый. Восемнадцать тысяч 382 заключенных. Лагерь in Zahl. Лагерь построен.
Ма, честно, это... Только с фронта. 85-й калибр. Гибочкин! Deine Aufgabe wird es sein, diesen Panzer wieder in Stand zu setzen. Bauart. Wir haben ihn vor 3 Tagen an der Ostfront erbeutet. Man sagt... Mit den Leichen an. Hol sie da raus. Mach den Turm sauber. С этого момента я ваш командир. В чем состоит наша боевая задача? Ну, слушай, друг, а я ведь, может, тоже командир. И поболее этого. По нам будут бить боевыми. Вопросы есть? Если есть, не согласен. Я согласен. Ну, а ты чего скажешь? Пусть там мы на войне. Памятую. Внутри танка. Bitte erlauben Sie die Leichen, sollte beerdigen, wie er sie gehört. Громыхайте чем-нибудь. Есть погромыхать. Тебе сказали громыхать. Громыхай. Паси это людей не мере, пусти ниже. Так, экипаж, вот объем. А если я в третьем куплете слова путаю? Танк. Пошли фару крепить. А ты нагадайся. У нас новый Т-34. 6 часов хода по авто. Ты подумай, Степан. Лучший мехвод Красной Армии. Родные, это ж когда было. Нам зараз биться, это як... Там. С вами. С тобой, командир. С тобой. Поли, девчина. А, коллеги, wie geht es mit dem Panzer voran? Как продвигаются дела? Еще пара-тройка дней. Ein richtiger Name? Ivushkin, это нормально то, что я... Namensvetter. Ich heiße Klaus. Wie Николай. Николай. Николаус. Николаус. Клаус. Клаус. Hör zu, Николай. Слушай меня, Николай. Du beziehst mit deinem... Ты встанешь... Ты внимательно меня слушаешь? Маневрир aus der Deckung. Geh auf Wirkungsdistanz. Тогда под Москвой ты под стогом прятался? Ах, вас. Ich hatte eine Stunde für seinen Aufgang Stellung bezogen. Артиллерию. Ну, ты же не заметил. Zum Wohl! Твое здоровье. Долгой и счастливой жизни.
Eine Anerkennung. Тупить к ходовым испытаниям. Таки вперед! Вот эта машина! Добро, коняка! Есть балет, товарищ командир! Лебединое озеро! Держите! Он дает, белорус! Чилике? Чилике. О, привет, красивая, заходи, я тебе танк покажу. Ты все, Коля, не глухая, не слепая. Ты будешь первой под подозрением. Нет. Делай ключ. Курсанты, мы наследниками германского духа. Помните, Рейх будет править миром. Вокруг полигона мины. 6 снарядов и топливо на 30 километров. Нас, которого мы ждали долгие годы, в ее же логове. Извиняйте, мужички. Спите с Богом. 4 бронебойных, 2 осколочных. Позицию русских. Русские выдвинулись исходные. Молодцы. Русские в засаде. Хорошо. Куда прешь? Имперского комиссара Тюрингии Обергруппенфюрера Заукеля. Пункт 8 бездуин. Смотрите в оба. Крайний слева! Есть крайний слева! Ах, сука! Ай, молодец, волчок! Мехвод, вперед! Быстрее, быстрее! Орудие к бою. Направление холм. Соединение установлено. Говорит штандартенфюрер. Отступать. Танк 2. Орудие на 10. Танк 3. Орудие на 11. Он осколочный! Есть! И танк на 10 часов. На память, суки! Живее, ух! Давай,
Приготовиться к бою. Это что? Немецкий автопром! Пулемет! Хватит снимать. Удачи, дамы. Видись там! Здорово! Развернуть чек. А ручка скоро скончится, командир! Сиука наша жрет... А поймал Никодима. Ты ели? Я вот ел. Ничего так, питательно. Вот я нож, счастье. Там спрячемся. Только что... Как я и предполагал, теперь начнем сужать сеть на второстепенных дорогах. Что дальше, по-вашему? Слушаюсь. И экстрасенсов. Я еду в Берлин. Знаю, они здесь. Герштандартенфюрер, топ должны вернуться немедленно. Мы летим дальше. Там заночуем! Есть! Ниже.
Я? Волчок, осмотреть окрестности. Это я сразу же. Товарищ командир, разрешите обрать... Только не орать. Русский в квадрате Клингенталь, Цвикау, Хемниц, Аннаберг. Отправляйте туда. Это штандартенфюрер Ягер. Я их нашел. Ой, кровь разлилась до Дунаю. Да своего сына война, шо... План фрицев мы сорвали. Приказываю. Мне танк бросать жалко. Вы давали присягу бить врага до последней капли крови. Я Кварла. Тебе у церкви выступать. А ты... Могут еще по 50. Через 5 минут отбой, в 4 подъем. Экипаж, подъем! Будем прорываться в темноте. Послушай, нас загнали в угол, но мы будем прорываться. Дальше один город, Клингенталь. Тебе нужно... Уходи, иди только по ночам. Строго на восток. Да, любимая. Спасибо. Держи, сестричка. Держи, любимая. Ждуть. Степан. Я. Будьте бдить. Осмотрюсь. Ск...
скорости 20 км в час танк проходит. Опять внимание. Так точно. Что далее, команд? План такой. Сейчас темно. У командиров люки открыты, есть шанс. Как услышишь взрыв? А коли не будет выхода? Приготовиться к стрельбе. Подождите, подождите!